Приветствую вас. Я думаю, основная проблема заключается в том, что вы оба с ним, с вашим парнем, переживали эмоциональный кризис, эмоциональный всплеск в результате неудачного полового акта, в котором и у вас было разочарование, и у него было разочарование. Для мужчины это, безусловно, сильный удар, для вас тоже очень сильный удар. И ничего нет удивительного в том, что на этой почве у вас произошла ссора. Но, по факту, то, что мужчина относится к вам на душевном уровне, как он сказал, это очень хорошо. Это говорит о том, что он встречается с вами не ради секса. Это говорит о том, что вы ему нравитесь как человек, как личность, как женщина. И он вами дорожит. Соответственно, проблемы сексуального характера бывают у всех, у любой пары. И неудачи бывают тоже у всех, у любой пары. Это нормально. Относиться к этому нужно как к неизбежному, как к получению опыта. Другое дело, что в сексе, в постели, нужно разговаривать. Обсуждая свои желания, обсуждая свои страхи, проблемы, и тогда будет больше доверия, тогда будет больше взаимодействия, тогда вы будете больше чувствовать друг друга, понимать, чего хочет каждый из вас, и лучше давать желаемое. И поэтому, тот мужчина относится к вам на душевном уровне, это очень хорошо. Не старайтесь принимать сейчас каких-то поспешных решений, когда и у него, и у вас бурлит негатив по поводу этой ситуации. Дайте себе время успокоиться, пусть пройдет какое-то время, мужчинам придет в себя, переосмыслит, поймет, что, возможно, не стоило, возможно, он поспешил, возможно, кто-то сделал неправильно. И если чувства у него к вам искренние, серьезные, а именно по его словам это так и есть, а если он сказал об этом минуту ссоры, то это искренне, то, что он действительно считает, думает, то все у вас будет в порядке. Ну, просто в постели на будущее старайтесь больше разговаривать. А если занимаетесь таким видом секса, как анальный, то используйте соответствующее приготовление к этому, подготовку. Для этого прочитайте в интернете соответствующие рекомендации. Там все достаточно четко описано, но выполнять это все нужно для того, чтобы получать максимум удовольствия. И самое главное, не навредить, собственно говоря, вам и вашему мужчине. Удачи вам, все у вас будет в порядке. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.